Чем занимался в городе Владивостоке? Я наркотом. На улице Командорской во Владивостоке полицейские с поличным задержали 29-летнего гражданина Среднеазиатской республики. Мужчина получил посылку с 2 килограммами героина, предназначавшегося для дальнейшего сбыта на территории региона. 2 пакета с веществом, предположительно наркотическим. Сколько там героина? Канчи героин. Он вес не знает. Что ты за это должен получить? Ну, сколько денег? Киринечпуль. 100 000 рублей. 100 000 рублей. Сейчас должна быть оплата, да? Качом пуль будешь кири. Пуль на качом берешь кири. Ваши колонки берем на кири. После передачи потом он должен. В ходе проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления наркоконтроля задержали организатора группы, 26-летнего гражданина, пытавшегося скрыться от органов следствия. Он также является уроженцем Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приготовление к сбыту наркотического средства в особо крупном размере. Оба фигуранта заключены под стражу.